провели комиссию по мобилизации доходов. На ковер вызвали почти сотню предпринимателей-должников, чтобы получить объяснение о неуплате налогов или аренды. Такие встречи проводят каждый месяц. По словам начальника финуправления администрации Натальи Гурьевой, они доказали свою эффективность. В прошлом году провели 13 комиссий, на которые пригласили почти 500 должников. Благодаря этому в консолидированный бюджет Московской области удалось вернуть 751 миллион, а в бюджет Химок 554 миллиона рублей. Нам в этом году нужно с вами очень хорошо работать. Все мы помним, за прошлый год мы получили первое место, городской округ Химки, да, под руководством нашего главы Дмитрия Владимировича Волошина. Хотелось бы позиции не сдавать, также быть в лидирующих. По данным налоговой инспекции, по этим показателям Химки стали лидером среди городов Подмосковья. Работа в этом направлении продолжится.